Я пока вообще никого не вижу. Да, Ми-24 вижу, стоит. Разбита. Так, взрыв какой-то. Помза взорвалась. Так, Бэха, начинаю работать. Дым видишь от взрыва или не видишь? Там наши могут быть. Наши взрывы, да. Там наши еще могут быть. Так что стрелять туда не стоит. Лучше отработай БМП стройку на азимут 85. Да, 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 да. Что-то она не пришел, по-моему. Постройки на первом этаже. Там убегает со стройки чувак. Со стройки чувак убегает на 8 налево. Налево ушел в дома, где вышка торчит. Деревья. Еще правее. Попал, по-моему. Нет, он дальше. Он дальше перебегает. Еще левее бейсит. Еще левее в домах. Второй дом слева. За ним. Прибегает к четвертому крайнему левому дому. Да, сейчас он как раз у этого крайнего левого дома. Не дарит. По нам бьют, по-моему. А кто? Посмотрите на 110, кто там бегает в поле перед домами. Похоже на талибу, по-моему. Я не вижу. Он уже сейчас скроется или уже скрылся. С рюкзаком. Так, поехал, выезжаешь. Не могу сказать. Тима, да? Че? Я не вижу, я камнем закрыт. Стройку уже наблюдаете, дома там левее от нее, да? Ну, нам сейчас один путь, только на дома на 110, где взрыв был у Помза. Только через нее, по-моему, пройти сможем. Меня смущает вот это вот чудо на 120. На 96 на доме. Да. На самой крыше. На 120 такого вертолета в бинокль кто-нибудь может посмотреть? Кто там вообще? Наши, не наши? Ну, наши. Там, по-моему, стоник бинокль наших крыльчиз смотрит. Наша? Ну, возможно, да. Да, это наши в этих шапках танкистских. Танкисты в пехоте, отлично. Не выдержу репит. А я до камней попробую добежать. Давай, мы смотрим. Там демятка нашей группы, там, по-моему, бой идет. Там талибы, по-моему, их обходят. Там сейчас дикая война, вот сейчас дым там задымил, что такое. И на 100 в дома, где был взрыв, помзы, там сейчас что-то взорвалось. Так, я крепит. А есть дальность? Что дальность? АГС по нам бьет. АГС, АГС. Чё есть, ты говорил? Дальность, я хотел узнать. А. Ну, метров 300, наверное. Или 200. 450. Понял. Да, так по одному подтягивайтесь, потому что там по нашей старой позиции АГС бьет, пристреливается. Надо смещаться вперед. Сейчас закрепит, задымит все это дело. Я сейчас тоже дым накидаю и побежу. На сток дома. Дым линейный чуть-чуть, чтобы со стройки не повезло.
Чё ты там шепчешь? Чё там шептал? Сосурки, чтобы не было видно. Опять видео тело бегало. А БМПшка, ты сейчас выкатись, смотри стройку, мы побежим вперед на 100. Пехота, пошли. Можешь превентивно из пулемета подавить стройку и дам от левее. АГС по нам бьет. Близко очень. Пехота, давай проходим. По-моему, сейчас убьет кого-то. Пристрелялись. Да-да-да. Я ранен. Могу упасть без сознания. Все. Смотри, один говорит, что нас накрыли минометом. Второй говорит, что нас убили с РПГ. Это не миномет, у нас нету миномета, я ту АС-4 воткнул. Это, да. Скорее всего, это СИСК. АГС. Либо Джордан. Там вторая СИСК. Да, либо Джордан, либо Ворон. ПЗ, как ты вообще пропустил убивающий триггер? То есть нас твой убил? В прямом отталкивающий, не? Он, нет. Чего за 24-ю, у него ничего не было? Он действует на оборону. 24-ка пустая. Я понял, я был в обороне, а в заметках-то что не написано, что он убивает. А, понятно. Ага. Ну это к хьюману всего просто, он автор этой миссии, не я. Чё не... Это я же сказал, что мои метки враги. Я же тем более метки ставил, что вот этот здесь убивает, там отталкивает. Так, я отойду. Я так понял, из Браво только я убью пока. А из Альфа я. Висмут, я скажу тебе, знаешь одно. Что? Когда-нибудь кого. Хуману надо руки открутить. Согласен. Зачем? Потому если... что он дал боезапас только Бэхе, а Беттеру нихера не дал. Слушай, Иванчик, ты даже не, Иванчик, ты не лучше делаешь, только еще хуже сделаешь. Да. Знаешь, как говорится, если ничему не учиться, то ничему не научишься. Это баланс. Слушай, Иванчика, что-то не нравится, да? Можешь смело пойти на три буквы. Ты еще можешь предъявить Хуману за то, что танк подбитый стоит. Да, еще можешь предъявить Хуману за то, что ты умер. Да. А зачем лучше тогда 6 человек экипажа, если две техники, из которой одна только работает нормально? Зачем? Просто. Снаряды продать, чтобы купить соляру, все. Да. Вообще, по сценарию, вояки поехали просто разборки устраивать. Они не воевать поехали. То есть, по идее, никакой вообще войны не должно было быть. Но внезапно у противника оказалась ЗУшка и куча оружия. Да. ЭГС там и прочая хрень. Да. В огороде откопали. Да. В военторге купили. Блин, вот сейчас там куча народу просто тусуется. Я сейчас вторую взорвал. А на стройке кого-нибудь убило там, да? На стройке кто-то сидел. Ну, было кто-то там убегал от стройки. Да. Там два человека оказывается около стройки. РВК и... Потап. Ну, это РВК, скорее всего, бегал. По нему бэха работала, но без результата. А чё Мальборо там не может зайти-то? А Астоник с Питером, на чем они вообще ездили? По-моему... Они пешком бегают. Или пешком, понятно. Нет, а приехали на чем? Пинц, там 6 человек. Ё-моё. Я дурак, что убить. Да, ты не можешь взорвать, потому что ты мёртвый. Да? А кто взорвался на Помзе в самом начале? Или это триггер был? Это я бомбу взорвал, там 4 человека. Да. А. Послушали Бисмута. Да ладно. Клира-то послушали. Точнее, послушали Бисмута, чтобы послушать Нюклира. Я вообще виноват, Иванчик. Хьюман виноват. А Тапчо не видишь, что ли?
видит. Спасли. Да. Хатап увидел. Это был нуклеир. Сметана. Нет, а сметана? А ваш вертолет так стоял или вот он был? А с чего меня вообще убили? ДШК. Я даже слова не сказать не хотел. Ворон, а здание они в триггере что ли были? Здание нет. Стоп, а как ты их затриггерил? Они не в триггере. До триггера тоже было место. Здание было в триггере. Надо, наверное, триггеры для обороны сделать с затемнением экрана. Вот, наверное, так. Не взрывать, чисто темнел. Ну, там, смотри, у Ливрекса есть вот эта версия отталкивающего триггера, там немножко другая, для внутреннего использования. Хотя стоп можно сделать. Да, можно, можно. Я же сделал на этом, на следующей вот миссии, внешнего... на Карибском кризисе. Да, то есть вложение в триггеры можно использовать. Я... Darkness вообще просто гейминг. Открыл окно, закрыл окно. Надо же себя как-то развлекать, пока противники идут. Да. Ой, кто-то взорвался. Репит. Да. Репит. На помзе, наверное. Да, нет, меня расстреляли. Нет, это помза был. Стоп, а всему Аляска живой, Иванчик мертвый. Разве? Да, потом... там. Я тебе под ноги туда помза поставил. Тебе проход. Еще раз рассказать эту историю? А, все понял. Че она какая хитрая? Как будто с автомата расстреливали. Так она осколками стреляет, ведь. Ну, бляха-муха. Как граната. Ой, нуклеир. О, нуклеир. О, приятно. О, нуклеир. Ну как вы там, накрыло как вас? А? Это... ГС нормально? Нет, миномет Чарли. А. Поставил ворон. И подорвал нас всех. Кого он поставил? С4. С4. Киты, я думал, это миномет или что-то такое. Я тоже думал, что... Я, короче, там вторая была в доме, который как-то... У нас первая мысль была, что это Джордан по нам отработал с БМПшки. Ух. Я полчаса пытался, короче, Ворон, с ты, достать. Ты там же умер, да, где наше отделение? Я... Ты меня в спину расстрелял, я с РПК. Да-да-да. Я снайпера лутал. Он тут там. Понятно. На какой-то отчаянный на батарее. Бля. Отчаянно батарея и все. И вылетел. Бит, зараза. Кошкой. Здесь очень сложно эти переходить. Очень. А что там? В смысле? Берега крутые берега? Лысые, они крутые, ну могут легко просматриваться и вообще. Еще кто-то помзу славил. Не, это ВБ Таран наехал на нее. Ой, че, зеленых так мало? В общем, колеса целые. Даже странно. Я этого второго там пулеметчика, который с РПК. Боже! С барабанным магазином забавного. Я сейчас душка пульнет. В меня стреляли, у меня выбора не было. Кво из наших РПГ. Оо, нас так мало осталось. Целом. Да? Воу, 5 человек. Да. Бетер заедет и все. Просто ворвался. А, бетер уже все свободно катается. Ну, да, там да. Бетер, это, мину одну активировал. Кому насрать? Не, по мне когда стреляли, я понадеялся, а, что он ту самую бомзу активировал, куда я бегу. Вон заедет. Да. Сейчас уедет, Аляска. Нет, переехал все уже на Аляске.
Встреча, встреча сейчас будет. Гонза, Беттер. Или мимо. Что-то выстрел там нормально, у него своя атмосфера. А, Беттер проехал. Папа, Гонза, Гонза достает. Да, поздно. Беттер уехал уже. А, вон он куда снайпер убежал. Декфорд. Я думаю, у зеленых больше осталось. У вас потери прям вообще. Да ты чё? Только там все 4 убило. Троих, да? Либо по-моему, нет? Троих. Либо троих, троих, либо четверых. Чё, выдра двери? Троих, четверых. Четверых. Нет, троих, троих, убил. Троих. Четверых. Возле обломков двое и двое возле другого здания. Всё вроде. Смотри, трупы лежат. Дек, ты чё, слился? Просто после взрыва я и сметана остались из отделения, все. А как же мальчик с Аляской, ты чё? Так это другое отделение. Это наше отделение. А, ну это двол. Ты чё, МБТР, забей. А чем тебе рассказать ещё раз без пункта, как я помню? Чего? Я... скорее сказать... нарушил правило выходить... Выходить нужно до полной остановки транспорта. Он ехал. Зажало в середине Беттера. С того времени, как ты попал в спектатор, ты это третий раз уже говоришь. Ну так ты третий раз спрашиваешь? Я не спрашивал. Он спрашивал. Он сказал просто БТР, а дальше у тебя уже теги сработают. Это условие. Работал. Он 5 минут назад спрашивал. Я 5 минут ждал, пока ты скажешь, и вот. Ой, это БМП так работает? Да. А нормально, что она в километре? Да. Ну боится она что-то. Если ствол БМПшки смотреть, смотри. Видно заряжено. Генератор, он попал по нему, он отъехал назад. То есть можно, если он еще раз попадет по ближнему, то он вырастет, просто столкнет с крыши. Надо будет Химону сказать. Заскриню. Да. Дальность имеет. А сзади Беттер катается без ничего. Всем без ничего. Там Гонза его сейчас ловить будет. Да. Я ему вроде сказал в пехотку идти, а он все равно катается. А сейчас Спанзек кого-то поймает. Чего такого? Минус ушел. Ранен. Спанзек ранен. Да. Его позиция меня. Беттер без палева катается. Отвлекается. Что, он все уже? Беттер все? А, на мина наехал. Чё, Беттер, нормально все. Там Беттер целый, катается еще. Да, он хотя бы пытается задавить. Ой, попал? Сейчас еще разрядит. Вроде попал. Не попал. Да, попал. Покалечили меня. Попал, да. А, убил даже. Да. Сейчас теперь Беттер будет захвачен? Да, ну нет, он выбит, не будет. А, один хер пустой, они ничего не смогут сделать. Сейт сгорит. Подавить. Как ничего не смогут сделать? Задавить колеса. У нас же вроде РПГшек нету закраски. У одного была. А. С Питером было. Ё-моё, это чё? Ты у Джордана трескачи, дурак. Просто Джонни, это метис. И вроде метис был, да. А, у нас домик. Вот я освобождаюсь, когда люди без командования остаются, они очень боятся идти вперед. Чего? Просто сидят по полчаса и все. Кто подорвал Беттер? У вас домик. Гонза. А, не, ранен еще раз домик. Еще сидит там. Бонзай, бонзай. Но я их напугал, наверное, на этом Беттере. А я
ты их отвлек всех. Ну это хорошо. Наши хоть смогли что-то сделать, наверное. Ну, что-то. Кушки-мышки. Умереть. Умереть. Могли умереть. Он замешал. В общем, очень эффективно умереть. А, нет. Сейчас вроде нет. Да и тоже на этот отрыв. А Волгу-то спалили или ее вообще не нашли еще дальше? Она не нашли. Она в Вествуде, да. В Вествуде, да. Сидит там, у него своя атмосфера. Хрена себе, он затарился. Я как кого-нибудь попал хотя бы? Да, убил кого-то. Или напугал. А что с Волгой сделать надо? Сжечь. То есть из-за какой-то Волги такая бойня у нас будет, МТС-кой? Они и фруктовую лавку. Не найдут, я думаю, Волгу. Да. Ты что там, кого-то убил? Конца рвется, даже больше понравилось. Конца, конечно, пока не города. Там просто... А чё у вас было, пацаны? Бэха я вижу, а чё ещё было? Это... Бэха, бета без патронов, и, по-моему, два Урала. А ну и там, и его базик. А не улетал? Чё там делает вертолёт? Пустой вертолет без этих, без ничего. А Гонза со стройки, да, ранил? Нет, он где-то там в улицах ходил. Угу. Потому что на стройке на него смотрят сейчас. На его место смотрели. Звуки. Вырост, вырост вообще как-то, я вообще не... везет. Да, везет. Да, 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 да. Отлетают, надо сказать демону. Взял генератор, улетел на соседнюю крышу. Нормально, и дальше сидеть. А правый генератор подвинулся. То есть он БМТ-ка попадает по генератору, и он назад улетает. Генбрек. То есть один улетел уже куда-то в непонятном направлении, вторая бочка ударился и остановился. Нормально. Ты знаешь, если попасть в крайний левый, то вырост улетит с этой крыши вместе с генератором. Активный здесь чит, ребят. Это бомба. Прям. А в кого работал Вествуд? Что-то непонятно. О, пошел, пошел. Он живой. А че его? Ни хрена себе. Он хотел слезть. Лифт. Где он, где он, где он? Лифт. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, повезло. Бочка наверху осталась, висит в воздухе. А эта бочка, она какая? Она, ну... Добавлена, как... скорее всего. Нет, нет, нет. Ее поставили в редакторе или она так стоит? Да, в редакторе Кимон поставил. И генераторы вот, тоже. Вот, генераторы вот, теперь внизу лежат. Вот поэтому надо делать бочки. Надо было оставить именно бочку, цистерну, на которую можно залезть. Там залез, там ее дом снесли, а ты в воздухе остался. Блин, у генератора физика есть, офигеть. Да, я сам офигел. Зачем? Не, причем физика очень отвратительная. По нему попали, он улетел. Для армы это, ну, что там? Ну, да, как это, как на технике во врек бежаешь. А почему бочка была? Это прогресс. Да, потому что бочки физики нету. Ясно. А дом, под которым она была, снесли. Все, да, все, все поняли. Какой-нибудь бэха этой стрельбы убило? По-моему, нет. Ну, по Джордану посмотрим потом. Ну, походу, меня бэха убило. Они козлы фугасами стреляют. Мрази. Просто слух нет, одни маты. Бастард. Я так хорошо на карте сидел. Последний выстрел остался. Сейчас Бонза их может подкараулить. Угу. Услышит.
Джордан читер, у него не просто лицо измазано, это маскировочный краской, у него еще и черное лицо маскировочной краской измазано. Йо, в синий бизнес, вот такие фундации. Что это за дом был? Отгадай. Что отгадай? Где сидит бонзай и что это за дом был? Дом, в котором вырос, по-моему, сидел. Дом, в котором сидел вырос. Красота какая, все дома выносятся. А бонзай что-то заметил, что ли? Бонзай, походу, да, не, он заметил. Как? Ну, видать, Порш смотрел, все. Ого-го, пробежал прям впереди. Ну да, теперь однозначно он их видел. Фиг тебе, бонзай. А там нифига. Очень плохая идея, на самом деле. Залезать в гаящий БТР. Я и потушить. Да можно же кататься на земле, он тоже так же быстро. Не, мечи а в воде не получится, он в воде гореть будет. Не, он... там анимация как включается, вот на плавание и все. О, потушился. Это же все полное. Вот так же, как и бонзай, выглядел и мальчик, когда его бэтер убил. Так руки расставил. Так же горел, да, и мальчик. Это называется карма. Все, бонзай, все. Че, меня сама броня сняла, да, получается? Да нет. Пишет мне Аздомик в стиме в ВЛС. Извини. Че там у него? Снайпер сдох у них. Аздомик извиняется в этот. В стиме. Не, ну метка стояла, блин, выглянула там. Грозно стоит. Он да, хорошо, у него водные процедуры были. Да, кто-то был прав, бои не тонут. А разве он когда-нибудь тонул? Ну, постоянно на полу держится. Угу. О, он зайчнулся. У него оружие без, без снаряжения, да, пропало, живот опустил. Да найдет там оружие до хрена. Главное, чтобы ствол его не нашел. Да. Он, наверное, нас обошел. А у него там рядом целая толпа. Да, наверное, рубить уже пора. Сейчас опять сядет в бэтер. Он сейчас вообще бэтер захватит. Да, захватит. Он уже захватил его один раз. А, ловите. А почему бонзай без оружия бегает? Он в воду залез, сгорел. В воде пропало. Нет, он уже вышел из БТР-а таким. А, точно. Он забирал БТР, сожрал оружие. Да. Когда горишь, да? Пластик просто плавился. Вообще-то нет, он просто в багаже лежит. Да, в БТР-е лежит. Ну, он под БТР должен лежать. Либо под БТР. Выпрыгивает, бросает оружие. Чайник. Оно же сгорает еще, оно же... недоступно. Оружие сгорает? Да. Даже так. Бонзай решил валить просто оттуда и все. Да. В триггер прилетел. Да. О, Вест тут уехал из ангара. Молодец. Сейчас сгорит. О, опять без сознанка бонзай. Он до мины добежал. Причем, походу, не активированный. А это... лол, серьезно. Бонзай любит под мостами лежать. А где она? Надо же где-то отдыхать. Под второй мост прибежал. В тенге. Что, под мостом еще кусок дороги есть. В тур. Скачущий. Там в этом закон. Мимо. У нас это что было?
За карту. Это Птур. А у Вера стоял за кривые. А кто стрелял с Птура? Еще. Джордан. Джордан. Что это такое? Я бы попал. Уезжай, уезжай. Давай, 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 давай. Кому он работает? Улетело секунд 20, наверное. А, вон он. Лез туда. Сейчас будет бойня. Сейчас сам себе он будет. Да, Птур пустит туда и всё. Ну, фугас это чё? Он нашёл, он нашёл труп. Нашёл? Да. О. Там забер оружие. От мины в нусол, да? Осталось только вылечиться. Лестница. Лестница есть. В смысле ушел? Ушел от мины, это ПТшка. Он от бабушки ушел. Он... Зачем ПТшка они ПТшку под мостом поставили? Он ПТшку ушел. Я поставил ее на мост, она провалилась под тюрьму. А, понял. Арма, арма. Надо было арма. Дома поставить. Превратилась в противокорабельную. Да. Ну, Банзай нашел все ствол. Что с Верестом? А. Только у, него, только у него, походу, морфия нету, поэтому он все равно попадает. Как его расстранили? Он должен быть против наркотиков. Морфий только в ящиках переспинул. Сразу его не можно. Да. Там только бинты давящие были. И то только давящие, мне кажется. Да, вроде там стандартный набор всегда. Адреналин, морфин. Кто-то, видимо, все выбрал. Не, в ящике было, а когда резко сразу не было. Ну. Ты миссия просто один большой дисбаланс. Один большой. Фиксом. В большом количестве техники, в малом количестве противотанковых средств. Да ладно, он мина под мостом у вас лежал. У нас в БТР-70 вообще патронов не было. Это правильно, Иванчик, это баланс. В БТР-2 второй, Птур летящий. Не летящий, прыгающий. Не бомби, Иванчик, нормально все. Так и должно быть. Вырос там, вырос у вас больше всего вооружения, и ты, блин, жалуешься на то, что тут... Чего больше, чего? Нам чего с карты убивать техники. У вас есть хотя бы РПГ-7. У вас РПГшки? Одна, две. Две, у нас на три техники. У нас одна. Расчет окончен. На какие три техники? Так, я не знаю, там, который стоит на резче без возможности передвижения. На две, блядь, из пулемета вынести. Пробивать. Вот это бетер вообще такой. Банзай по Аздонику стрелял. И по Спитеру. Да. По поводу. Я б тоже стрелял. Кто бы не стрелял? По всем бы стрелял. Да вообще Аздоник взрывает меня. Два раза. Не, ну было все хорошо, взял кашу, поставил. Как Вестфуд не умер, он же в триггер въехал. А, отталкивающий. Там толкает. Так, левая рука, правая рука. Они еще долго будут так бегать? Что, не, что ими делать? Нет, недолго, 5 минут. За Бонзе было интересно наблюдать, аж в пинку посмотрели. Ну да, теперь он в кусту лежит. А ракурсы не очень. Отогревается после холодного дыха. Так, ну убивают или Бонзе, или Вествуд, да, и все, конец. Прожает. Какая следующая миссия? Либо они держатся 5 минут, короче. Корейская война. А там есть бешеная зушка, да? Или самолет со спектаклем? Там зушка реально какая-то психованная. Это не зушка, это даже не шилка. Там 8 этих, 8 стволов. Лол, а БМД, БМПшку бросили? Зачем это? Ну ладно, не пулемет. Ну, горит? Что горит? Там же не осталось ни у кого труп. Так и они знают об этом? Нет, конечно. Так я думаю, сказали им уже. Нет. Как? Вряд ли. Они ты его убили, не видели, нормально. Логика, блин? Там Беттер катался, сколько времени? Он... А. Изгорел.
низом. Правильно сделали, что бросили. Я бы в город не поехал на ней. Да, она такая слабенькая для города. Да причем тут слабенькая? Стоит. Техника в городе это по определению несовместимая. Все, понятия. Кроме Хьюмана и Детуза, члены экипажа за красных. Две еще остаются. Причем нафига 6 членов экипажев есть? 7 членов экипажа. Хьюман сейчас может кого-то смыслить. Две машины всего. Кого? Я не знаю, что если Хьюмана смыслят. Вернее, этот инвестик. Вест тут все, кажется, да? О, машины сейчас его задают. Нет, целый. Машины даже стекла не улетели. Да, по ней уже сколько раз попадали. Правая. Потрескалась. Все. Мэм, я еще хуму наслушал. Сгорел. Чем Джордан с Мэйном занимаются? Вообще, Вест под окна. Да. Вест тут не разбился? Не, вдруг он уедет. А куда он едет? Куда глаза глядят? Что это слева от Веста, да? Что это? Кстати, лестница тоже. Он уже как я, только катается. Просто там нормально себя чувствует. Да, вообще, он как Аляска. Уже встал бы, влезая. Для синдрома Аляски. Сейчас уедет, затригаешь. Опа, опа, это как? Что лагает? Погаю. Он сам не понял, как это. А тут остановка. Да-да-да. Всего хорошо сосед. Что он там? Что они там нашли? Доник. Аздоника нашел. Аздоник живой. Аздоника ноги сломали. Ничего, уже сломали. А у него птурихи работают? Да. У вас Доника? Да. Встроен? Ну вон, на спине. Встроен. Ползи, Доник. Да, Доник, все, скоро. Бое не тонет, да? А Хью, минус Хьюман. Бое не тонет, кочега не горит. Кстати, Волгу сошли им, что-то еще что-ли надо сделать? Да. Фрукт. А сейчас по моему таймеру минута осталась. 50 же минуты рубится. Да. Блин, а я-то думал, спалили ее. Вот у меня вопрос, почему все ищут противника, и никто не идет на лавку целенаправленно. Зачем бои? Фраги. Фраги. Хьюман. 40 секунд. А, дом, на который ты поставил бочку ржавую и. Генераторы? Там, во-первых, генераторы есть физика, и они отлетают от выстрелов. А бочка при разрушенном здании остается на месте. Ха-ха-ха. Всем насрать. Ну с кем не бывает, чё. Да не бывает, чё. Гисмут говорил, чтобы эту карту правил, а не просто так. Мега ну, Клир, ты вообще воздух. Не в теме. Ты бочка в воздухе не повисла. Господи, никогда не ставьте эту миссию, боже. Да ладно, если можно ну, просто в редакторе на одну кнопку нажать, а все, надо лить один раз. В смысле, она... генераторы 556 отлетали? Лол. Че лол? Да. Вверх.